Всем привет! Меня зовут Света, и в этом видео я покажу, как сделать вот такой вот светоотражатель или рефлектор своими руками. Для изготовления вам понадобится плотная бумага, энергосберегающая лампа мощностью 23 Вт, что равносильно 160 Вт лампы накаливания, патрон Е27, но вы можете взять любой другой патрон, клей ПВА, фольга кухонная, ножницы, карандаш, линейка и маленькая нитка. Для начала с помощью нитки я измерю длину окружности патрона. У меня она равняется 12,5 см. Потом я измеряю длину патрона. Она равна 6 сантиметрам. Далее на бумаге я начерчу прямоугольник длиной 6 сантиметров и шириной 12,5 сантиметра. И оставлю запас 1 сантиметр. У меня получился прямоугольник 6 на 13,5 сантиметра. Я вырезаю этот прямоугольник. С помощью ножниц я его подкручиваю. Далее я склеиваю этот прямоугольник с помощью клея ПВА. Эту деталь мы уже сделали, и далее нам нужно сделать вот этот конус. Для этого я введу окружность нашего цилиндра на картоне. И так как у меня нет циркуля, я сделала его сама с помощью нитки и кисточки. Радиус моей окружности около 16 сантиметров. Я ставлю кисточку в центр маленького круга и рисую большой. Далее провожу две перпендикулярные линии в центр. И вырезаю вот этот сектор. На небольшом расстоянии рисую еще один кружочек. И делаю надрез. Противоположную сторону нам нужно будет наклеить фольгу. Наношу клей на бумагу. И приклеиваю фольгу к бумаге. Далее я склеиваю это все в конус. И загибаю края фольги наружу. Главный элемент готов. Осталось только прикрепить цилиндр к конусу. Я это сделаю с помощью клея и вот таких бумажных усиков. Моя конструкция готова, и сначала я продеваю патрон сквозь отверстие и прикручиваю лампочку. Все, осталось только проверить, как это работает. Та-дам! Работает! Теперь у меня целых 2 светоотражателя. По-моему, красиво. Если это видео было для вас полезным, то ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за просмотр. Пока!